Всем привет! Сегодня я покажу свой топ-5 любимых и проверенных средств для волос. На 5-м месте вы уже видите сыворотку Fresh Spa от Natura Siberica. Данная сыворотка отлично визуально освежает волосы. На моих длинных, немного сухих волосах за счет линолина в составе она дала отличный визуальный эффект. Хорошо смягчает волосы и оставляет запах свежести. Ее гелевая и немного водянистая текстура. На 4-м месте у меня вот такое двухфазное масло с органовым маслом и маслом крите. Оно очень приятно пахнет. К сожалению, может немного утяжелять. Моя стрижка каскад такого не прощает, но я все равно им пользуюсь. Такого флакона хватает на год. На 3-м месте вот такая двухфаска от Estelle, которая отлично увлажняет, и я использую ее и в пир, и в мир. У нее очень удачный дозатор, но очень большой расход. На 2-м месте вот такой Levine от Lador. Одним словом, жидкий кератин. Он отлично вытягивает волосы, убирает пушистость и не портит волосы зимой. На 1-м же месте у меня тоник Veleda для роста волос. Я скупаю его просто друг за другом. Он полностью натуральный и не жирнит волосы. У него не самый удачный дозатор, зато в составе нет перца и он не раздражает. А бонусом дает отличный блеск от корней. Ставь лайк, если было полезно, а в комментариях пиши свое любимое средство. Я тоже хочу попробовать.